Дякую вам за те, що ви залишаєтеся з нами. Ми продовжимо прямий ефір громадської приймальні. Шкільні роки дійсно один з найпрекрасніших періодів у житті людини. Для того, щоб підвести ідеальний підсумок прожитих у горі та радості років, необхідно гарненько підготуватися до того самого знаменного дня – випускного. Сьогодні ми спробуємо допомогти побудувати ідеальний образ наймоднішого випускника 2016. Всі особливості цьогорічної випускної моди ми розкажемо вже за мить. Стиліст-іміджмейкер пані Марія Піон сьогодні є гостею нашої студії. Пані Марія, добрий день, дуже рада вас вітати. Добрий Дякую, день. Що ви сьогодні завітали до нас. Шановні глядачі, 223-09-71, нагадаю вам номер телефону нашого прямого ефіру. І ще раз нагадаю тему, про яку ми будемо сьогодні говорити. Дуже скоро у нас вже будуть випускні, ми будемо насолоджуватися красивими платтями, красивими нашими молодими людьми, які будуть виглядати, я сподіваюся, досить достойно. І сьогодні ми будемо розповідати, що ж наймодніше буде цього випускного року. Які платья і які, можна сказати, костюми, так само, я думаю, ми будемо про них говорити, будуть у моді саме цього літа, цього випускного. Прошу, 223-09-71, ми чекаємо ваших дзвінків саме з цієї теми. Отже, пані Марія, хочеться перше таке питання вам поставити. А який характер випускника буде модний саме от цього сезону? Який він буде? Ліричний чи харизматичний? Розкажіть. Да, на самом деле мода циклична, поэтому нічого супернового ми не увидим, но ми увидим, що випускник зараз міняється по сравнению з предыдущими годами, когда было четко характер сначала была драма, рок, романтика, то в этом сезоне это микс этих стилей на базе того, что тренд сезона – это возвращаются 90-е. А 90-е – это некоторые такие отходы от правил и проявление своей индивидуальности. Поэтому выпускник в этом сезоне, он характерный, он очень неповторимый, он не следует особо модным тенденциям, он больше проявляет себя, свои лучшие качества, он показывает себя как личность. То есть я бы сказала, что этот год – это прорыв между шаблонами, вот, отходом от шаблонов, да, и такой прорыв в сторону индивидуальности, развития себя и имиджологии как таковой, науки, которую уже и на курсах специализированных можно показывать и давать изучить уже не только тем людям, которые поступили в какие-то вузы, а и школьникам. Так, а от я тут хочу зауважити, от зараз дуже часто кажуть, що в моді дійсно більше такі йдуть тенденції до простоти, до якихось таких от, до зручності. В моді випускника це буде проявлятися? Чи будуть у нас там дівчата без підборів або в якихось простих платтях? Чи все-таки... Ні. Ні в коїм случаї не можна вечірню моду, а все-таки випускна мода – це більше вечірня мода, представити себе без каблука, представити без каких-то норм, правил, етикета. Но в то же время мы каждый раз видим, что что-то такое особенное проявляется. Если практичность брать как тренд, то я бы сказала, что он больше проявляется в повседневной моде. Что касается вечерней, особенно выпускной, то там, конечно, не столь идет речь о комфорте, а о том, что сейчас в акценте хорошие натуральные ткани. И уже нет вот этой такой жесткости, каких-то металлизированных элементов в костюме. Есть больше натуральность тканей, они всегда выглядят немного проще. Но есть такая большая возможность хорошее, это пользоваться аксессуарами, которые способны любой наряд, даже очень простой и лаконичный, сделать немножко таким более интересным. Это будет тренд, правильно? Я так да, конечно, это уже тренд. Вообще, выпускной вечер, он такой лакмусовая бумажка сезона, да, трендов в сезоне, которые прижились и будут, ну, как бы, хорошо жить дальше до конца сезона. Сезон – это весна-лето, и выпускной попадает как раз на самую середину, то есть является таким пиком проявления трендов. То есть уже некоторые девушки в школьной моде начали использовать какие-то аксессуары мелкие. В то же время начали использовать более ровные крои в одежде, более простые и натуральные ткани. А парни, мужчины, да, в будущее, они уже начали больше миксовать по-разному свои комплекты, то есть уже больше сочетать разные верх и низ. То есть когда пиджак уже не столь попадает в оттенок брюк, либо по ткани отличается. И вот эти микромиксы уже проявляются в школьной моде. И если мы увидим сейчас, как выходят школьники на улицу, даже в той же школьной форме, которая не у всех есть, да, но те заведения, где есть школьная форма, уже какие-то они особенные. Они как будто бы весной расцветают. Множество деталей, разнообразные аксессуары. То есть та же сумка, портфель, она дает человеку возможность проявиться и проявить свой характер, свои какие-то
какие-то увлечения. И весной это все начинается, и я бы сказала, пиком вот этого всего проявления личного индивидуальности является как раз выпускной, на который мы можем рассчитывать как на то, что нас еще будут оценивать со стороны, да? Тобто правильно я розумію, що це дійсно лаконічність, це лаконічні такі якісь костюми та плаття, але аксесуари, вони дають особливі акценти. Да, да, всегда любой стиль, он интересен в деталях, интересен в проявлении том, например, обычный костюм может отличаться от очень стильного именно строчкой, которая может быть выполнена в совершенно неожиданном сочетании цвета нити. Кроме этого, это какие-то пуговицы, которые нестандартные. И, конечно же, аксессуары такие, как сумочка, как обувь. Если говорить о девушке, то это диадемы, разнообразные украшения, ювелирные украшения. Вот это играет больше значения, нежели полностью вот мы бы разбирали, во что человек одет. То есть не столько форма, не столько ткань. Сейчас это действительно все минималистическое. Больше идет проявление в деталях. И детали, что интересно, в этом сезоне они очень блестящие. Вот блеск, он опять же с 90-х такой аукнулся сюда, что везде мы проявляем очень блестящие какие-то вариации. То есть если мы говорим о нити, то она блестящая на фоне сама однотонной ткани. Да, да. Если мы говорим о пуговицах, то вот как раз перламутровые. Если мы говорим о каких-то аксессуарах у женщины, то если в прошлом сезоне это были более нежные, тонкие, металлизированные украшения, то сейчас это с камнями, со стразами, с блеском. Также и в платьях, например, у девушек в вечерней моде в этом сезоне будет активно проявляться разнообразный декор. На фоне абсолютно простых, сдержанных кроев будет проявляться пайетки, опять же, какие-то камни в сочетании с пайетками, вышивка, градация принтов. А это будет детализовано, правильно? Да, конечно, это будет делать какие-то акценты. И здесь я бы, конечно, рекомендовала каждой девушке, которая выбирает себе выпускное платье, чтобы она обратила внимание, где, в каком месте на платье размещен декор. Ведь именно вот эти такие наши детали, поскольку в них и суть стиля, они способны отмоделировать фигуру, сделать акцент даже своим оттенком металлизированным и блеском. Например, если блеск у декора в верхней части платья, то он может хорошо подчеркнуть глаз человека, сделать его тоже выразительным и блестящим. Но это тоже очень индивидуально, ведь бывают девушки, которые могут расплакаться в каждую секунду. И выпускной — это как раз тот случай, когда мы очень эмоциональны. Поэтому девушке, которая способна заплакать и она очень эмоциональная, лучше все-таки опустить блеск ниже, например, сакцентировать на талии, блестящий пояс, который может лаконично, чуть-чуть детально подчеркнуть фигуру талию и в то же время быть блестящими, привлекать внимание. А давайте мы расскажем тут, про что взагалі треба забути. От порівняння з тим, який образ був раніше, який зараз, які платья і які взагалі моделі взагалі наслідно не звертати увагу. Это платье в пол. Я бы сказала, что этот сезон, он такой праздник длины миди. Это средняя длина. Ну, мини просто недопустим только под дресс-коду, потому что вечером колени у женщины должны быть прикрыты. И вечерняя мода не допускает очень откровенных вырезов, и особенно у девушек молодых. Но длина миди позволяет очень красиво смоделировать фигуру в этот наш идеал — песочные часы. То есть миди-длина способна очень красиво подчеркнуть талию. И это ее такое большое преимущество, ну, не считая то, что вариации ткани и то, как именно в какой ткани выполнен низ платья, то есть юбка сама, может очень красиво, то есть, подавать и откорректировать рост человека. То есть длина миди, она же не одна фиксированная, да? Для каждого человека может быть довольно индивидуально, зависит от его роста. Миди — это за колено, но выше, чем косточка. Поэтому эта длина, вот мы понимаем, насколько она может быть разной у каждого человека. Да, да, да. И поэтому важно учитывать, и опять же, эта длина может очень хорошо показать, где лучше использовать аксессуар. Ведь зависит от того, какую мы ее выбрали. Если миди, но все-таки повыше, открывает больше ножку, то наверняка открытая голень и изящная щиколотка должна закончиться красивыми блестящими туфлями. Вот. И наоборот, если платье подлиннее, то как раз пояс больше соберет талию, ее подчеркнет и тоже может стать акцентом. Поэтому каждая деталь очень важна, но я бы советовала все-таки обращать внимание еще и на цвета. Так. А декор в этом сезоне — это больше блеск, поэтому не столь привязан в трендах к цвету. Но если мы говорим о цвете основном, да, вот
платье, костюм для мужчины. Есть каждый год тенденции и расписанные правила, какие цвета будут использоваться. И в то же время палитра в этом году настолько большая, что буквально каждая девушка может найти цвет, которым может проявиться хорошо. И если в начале года заявлялись цвета на сезон весна-лето, это нежно-голубой и нежно-розовый кварц, то сейчас мы видим, что магазины переполнены и красным, и желтым, роскошным лимонным оттенком, таким очень благородным, но в то же время летним. Да? Так, я скажу, да, и кроме того, что весна, всегда все хотят уже наконец-то этого лета, выпускной такая возможность наполнить его красками. Скольких сейчас девушек я встречала, я преподаю просто еще студентам и точно так же и школьникам. И мне очень нравится, что сейчас начали девушки обращать внимание вот на то, какой цвет подчеркивает их, а не тот цвет, который заявлен модным в сезоне. И множество платьев будут выбрано в как раз желтом оттенке, в оттенке фиолетовом. Кстати, желтый и фиолетовый — это просто самое красивое сочетание, которое можно придумать для выпускного. Ну и, наверное, самым таким важным будет не только выбор основного цвета, а как раз выбор каких-то интересных деталей.